Нас должно было быть 3000 человек, вас даже 2, наверное, не набралось. У нас время! Сейчас, выходим. Все, стартуем. 7-8! Ну что, Васян, начинаем выпуск. Всем привет. Приехали мы с Васей сегодня на велофестиваль. Устанавливают рекорд Гиннесса. Ничего не понятно, куда ехать. Девушка, а здесь будут строить фигуру, да? Здесь фигуру строят? Или там? А заход здесь, да? Спасибо. Нам сказали, что здесь с великами нету входа. Нужно припарковать байк. Главное, чтобы его потом не... Какая-то хрень. Честно, вообще, знаешь, как это? Старт будет там в 22:00. Васян, ты готов оставить свой байк? Нет. На проволоке? Нет. Как ты думаешь, это безопасно вообще или нет? А где вот эти номерки выдавали, не знаете? Это вот прямо на входе, вот стой, на входе. Стой. Нет, стой. Спасибо. Поехали, Васян. С QR-кодами, да, ко мне. О, QR-коды. Да. Отлично. Где мой... Охраняют вообще велосипеды, не? А? Все, отлично. Так, ну если он захочет, он может сканировать, но это не обязательно. Давай сканируй, если хочешь. Давайте, пока. Что надо, куда крепить? А, смотрите, это на руку, а стяжками к велику. А охраняют вообще? А? Если есть номер, все будет нормально. Да, тогда все. Да? Ну ладно, там не уверен. Неубедительно. Ну, стать моим. Так. Слушай, ну здесь уже не встанешь никак. Надо было там, наверное, да? А вы охраняете, да? Да. Хорошо охраняете, да? Ну, я не смогу выдать велосипед, если не будет в руке браслет с номером, который на велосипеде. А если номер сорвут? А если номер сорвут? На руке? На велосипеде. А, ну, я думаю, это нет смысла просто. Ну, его же вывезут туда. А, ну вот смотри, ограждают. Слышишь? Нормально. Ну что, Васян, что мы будем делать? Куда прицепить? С байком могу остаться. С байком? Да нет. Не, ну смотри, они стали ограждать, видишь? Блин, ну тут даже пристегнуть некуда. Васян, давай сюда. Да нету там места уже. Там нету места. Куда прицепить? У нас должно было быть 3000 человек. Вас даже 2, наверное, не набралось. Там реально места нет. Вот куда с той там стороны, значит. Куда прицепить? С той стороны. Там тоже все прицеплено. Что случилось? Что случилось? Давай прицепим, Васян. Васян, ставишь, нет? Васян, давай ставь. Я только вилку не подцапайся. Не хватит. Я говорю, давай просто за колеса. Да? Пошли? Блядь. На самом деле не смешно. Ну ладно. Пойдем. В общем, это полный трэш. Организация. Некуда байк прицепить. Сказали, цепляйте туда куда-нибудь, а за что прицеплять вообще, ну, некуда. Просто цепляйте за асфальт. А куда идти? На набережный вход. На вот там под мост. Там регистрация. Ёб твою мать. Убежали. Хотя бы где-нибудь, да, табличку сделали, что вход там.
Васян, мы удаляемся от байков. Это немножко смешно, но больше страшно. А где футболку брать? Ты будешь медсестрой, Васян. На, какой мере? Любую. Все? Не сканируй. Ну ладно. Туда дальше. Всем подержи. Уважаемые участники, как только 10. Подержи. Проходим. Все, стартуем. Антенна должна подкрывать голову. Опять человек, пожалуйста, произвел. Васян, ты колесо. Итак, колесо движется, посмотри. Давайте встретим его, наконец-то и я его вижу, потому что до этого скрывалось оно за остальными рекордсменами. Вот идет постепенно переднее колесо. Сюда подтягивается. Все время идет, 5 минут нас отделяет. От мира нового рекорда. Слушай, а если я сейчас выбегу, 5 минут нарушится все расстроятся, как думаешь? Готовы? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот это интрига, да? Стоят ли там велосипеды или нет? Убежали. Нет, сюда нельзя, туда. Вон они, наши велосипеды, можно? А? Ну, там. Все да через... Ёлки-палки. А девушек не пропускаете? А парней? Обратно пойдут люди! Стоп! Сейчас жесткая система входа. Ну, получается, волонтер, вы проходите с волонтером, чтобы забрали именно свой велосипед. Волонтеры! Да мы же их век не растаскиваем. Все нормально. Волонтеры. Ну, мы дошли. На выходе проверяем номер. На браслете. Браслет номер. Берете несколько человек, идете 700. 4 человека. А всех тем. 4. Раз, два, три, четыре. Стоп. Куда пошли? Тихо. Только что проверили. Два раза проверили. Ребята, зачем вы перед воротами? Скажите, пожалуйста. Отстояли мы почти полтора часа, чтобы сделать этот рекорд. Конечно, долговато все. Мы последними зашли, места вообще не было. И мы самое четкое место взяли. И ты на велик едешь. Прям в самом центре. Да, организация, конечно, подхромала. Ну, немного, это да, точно. Спонтанно, что там... Не сделали велопарковку хорошую. Надо было просто им стойки поставить, вот просто вдоль. Ну, я не знаю, если... Вывесок, там, где заход, где выход, да, и... где регистрация, где поставили байки. Стоечки с флажками, куда идти, что, а то стоишь, не знаешь, чего ждешь. Потом, вот, смотрите... кусок бетона с арматуриной, привязываете велосипед к арматуре. К одной арматуре по 10 велосипедов привязывают. Говорили, что будет парковка, то есть, ну, вы будете оставлять велосипед с номерами, что они тему придумали, а как не догадались, что велосипед надо куда-то пристегивать или цивилизованно ставить просто, велопарковка. Ну что ты, Васян, испытываешь от происходящего? Слишком много велосипедов, да?
Дабл. Сзади только неинтересно сидеть. Можно, да. Вон второй такой же, слышишь? Только помоднее. Давай! Вон, где люди есть? Разгоняйся, разгоняйся, слушай. Сейчас точно кто-то всадится реально в тачку. Васян, смотри, сзади могут лететь. Мне сейчас плохо. Что, мы приехали на финиш. Все довольны, все укатались. Очень быстро маршрутик прошел. У меня получилось 10 километров. Прям совсем незаметно. Мега круто, мега позитивно. Очень много света. Смотри, Васян, уже не перекрытое движение. А у нас зеленый, кстати. Чувак лекцию читает. Подписывайтесь, ставьте лайк. Вот то, что Васян сказал, делайте. Лайк, подписка, все дела.